полность, свежесть, успех, красота. Это парад принцесс. Прелестью блещет и это, и та. И рады все такому случаю. Дерек сможет выбрать лучшую. Каждый из них королевская кровь. Каждый изюминка есть. Всюду кудри, плечи, талии, глазки, губки и так далее. Вот какой он, этот парад принцесс. Принцесса из Колчестера, где хлеб в полях растет. Она крокет играет, сама одежду шьет. Антония с Востока, она скромна, послушна, от трудностей не прячется и очень простодушна. Гризельда дружелюбна, лучится добротой, но как-то мало вяжется с такой красотой. Оружие Брунгильды вызывает интерес. Каждый раз видеть парад принцесс. Кто-то из девушек этих завтра станет для принца женой. Ко мне подойдет, за собой поведет. Господи, день-то какой! Может быть, станет вдруг чьей-то судьбой. Это парад принцесс. Гордость, скромность и амбиции тут проходят вереницею. Ах, как жалко принца Дерека, у него почти истерика. Сколько